Приветствую, друзья! Ну что, вот мы и приехали сегодня, воскресенье, 14 февраля, в зал, где занимается Сардор Юлдашев. Как я и обещал, сегодня у нас будет с ним тренировка плеч, ну и, соответственно, мы будем в течение тренировки задавать ему свои вопросы. Надеюсь, он будет искренним и сможет ответить на все наши вопросы. Ну что, пойдем? Зал очень простой для дворовых ребят. Кстати, эта фотография сделана еще в 2019 году на чемпионате Узбекистана, где Сардор занял первое место в категории 75 килограмм. Ну, неплохо выглядит. Сегодня воскресенье, зал отдыхает. Ну и ради нашей съемки исключение. Мы же сегодня будем снимать для вас. Мы сегодня занимаемся в пустом зале. Это, наверное, желание и такая хорошая возможность для каждого спортсмена. Ну что, Сардор Юлдашев, знакомьтесь, ребята. Здравствуйте. Мой очень хороший товарищ. Здравствуйте. Друг. Я рад, что я с ним познакомился. Мы не так давно друг друга с ним знаем, но за это короткое время я смог оценить его профессионализм, его спортивные качества, человеческие качества. Большой молодец, я уверен, большое будущее, очень большие планы у него. Вот. Ну и сейчас мы переоденемся, а дальше начнем тренироваться, ну и, конечно, наши вопросы. Но перед началом, как-то я у Сардора интересовался, кто является его самым большим мотиватором. Да, и насколько я помню, это Флекс. Флекс Льюис. Льюис, да, это Флекс Льюис. Сардор, сегодня в такой день я бы хотел бы тебе подарить футболку. Мне кажется, я немножко ошибся размером, но я думаю, когда ты подсушишься к чемпионату уже на ВАИ, вот, я думаю, что ты в нее влезешь. Так что это подарок от меня. Вот. Ну что, друзья, мы переодеваемся и посмотрим, чем удивит Сардор Юлдашев меня. Средние и задние дельты я очень хочу с ним протренировать. Вот. Ну и, конечно же, быстрее вопросы. Удачи, увидимся. Ну что, ребят, мы переоделись, мы готовы. Сегодня мы договорились, что мы будем качать плечи. Может быть, что-то будет особенное от Сардора Юлдашева. Сейчас Сардор объяснит, как и что мы будем именно качать. Сегодня будем делать суперсет, три упражнения на передний, средний и задний. У нас все будет подряд делать. Угу. Ну, я надеюсь, ты мне дашь возможность отдохнуть? Да, 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 конечно. Хорошо, мы будем в течение подходов отдыхать и, конечно же, задавать Сардору наши вопросы. Ну что, поехали. Первым делом мы разменяемся маленькими гантелями. Окей. Делаем по 20 раз такие движения. Хорошо. И делаем такие пласты. То есть разогрев, я так понимаю, всегда важен. Да, конечно. Потом, у нас потом будет травма, особенно в плечах, они травмоопасные. Ага. Сардор, скажи, а вот помимо, когда ты качаешь плечи, есть ли у тебя какие-то другие группы мышц, когда ты тоже разминаешь именно плечевой пояс? Да, всегда. Всегда, всегда, да? Да. Потому что очень часто многие ребята, особенно те, кто начинают только заниматься фитнесом или бодибилдингом, часто у многих через 2-3 месяца возникают какие-то проблемы именно с плечами. Потому что то они есть боль, боль в плечах. Да, да, травма. Первым упражнением берем средний вес, 6 килограмм, делаем на передней дельте. Окей. Махи перед собой. Кажется, я взял 6. Это получается у нас 15 раз на каждую руку. Как часто ты вообще сам один занимаешься? Бывают ли такие дни, когда ты вот прям один в зале, никого нету? Я не имею в виду напарника, я имею в виду именно, когда нет клиентов. Такого не бывает, да? То есть постоянно, всегда, всегда, да, кто-то есть. Все, теперь идем здесь. То есть мы этими же гантелями? С этими же гантелями, да, потому что тяжелые
передних артерий, мы получим травму. Делаем передний дек тоже. Вот так. Как вы заметили, подъем идет не отсюда, вот спереди, а вот именно, да, круговое. Теперь делаем чуть-чуть вперед наклон, делаем мачи в сторону, поднимаем кисти. И именно локоть, а кисти. Получается у нас вот такие движения. Окей, хорошо. Два, три. Теперь на заднюю дельту делаем, типа как тяга гантелями. Вот такое движение. Хорошо. Раз. Три. Четыре. Пять. Ну. Теперь будем отдыхать по 2 минуты, потому что это суперсет. Я уже вспотел. Да. Это моя специфика, ребят. Такой у меня организм. Достаточно мне сделать буквально 2-3 подхода. Я очень быстро потею. Плохо ли это, хорошо, я не знаю. Скорее всего, может быть и хорошо. Вот. Ну что, мы сделали один подход. Ребят, я сразу хочу сказать, что у нас сегодня нет прям такого акцента потренироваться. Вот, сами понимаете, что на камеру, когда тебя снимают, ты думаешь о том, чтобы задать еще вопросы. И здесь Ардору приходится еще на вопросы отвечать. Не совсем тренировка получается прям такой вот качественный. Да. Ну что, Сардор, у меня 30 вопросов. Да, я надеюсь, что ты на них ответишь честно. Честно. Не для меня, для наших подписчиков, для тех, кто будет смотреть наш канал, твой канал в первую очередь. Не забывайте, это будет видео не только на моем канале, но и на канале также Сардора. Скажи, пожалуйста, откуда ты вообще? Я родился в Ташкентской области. Город Келес. Оттуда я, получается, у нас поселок, получается. Оттуда обычный парень, обычной семьи. Ты какого года рождения? 87-го. 87-го года рождения. Понятно. Так, скажи, пожалуйста, следующий вопрос. В детстве ты занимался каким-то спортом вообще? В детстве я занимался борьбой. Я классической борьбой занимался. Получается, там я только год занимался. То, что отец настаивал мне, давай иди в спорт. То есть это было именно отцовское такое желание? Желание. И еще я занимался брейкдансом. О! Да. Брейкдансом занимался, потом после борьбы, получается, у нас. Я думаю, родители не сильно поощряли это. Да, а потом я бросил это. Понятно. Ну, это всегда так в нашем детском возрасте, в юношестве. И многие считают, что это просто трата времени. Не все всегда правду говорят об этом. Ну, если учились хорошо, то, конечно, есть чем похвастаться. Как ты учился? Я учился хорошо. Я учился хорошо в русском классе. Я заканчивал с 1-4, остальные все пятерки. Это в Келесе, там же да, ты учился. В да, все понятно, хорошо. Ну, еще один вопрос я задам перед тем, как мы, может быть, начнем второй подход. О своей семье. О семье я имею в виду родители, братья, да. Семья у нас обычная. Отец у меня плотник, мама косметолог. Все, я сам обычный парень. Ты в семье один? Нет, у меня семья, у меня братишка есть. Да. Еще сестренка есть. И сестренка. То есть ты старший ребенок в семье, старший. Да. Ты сейчас отдельно живешь от родителей? Да, или я сейчас отдельно? Кто-то из сестренка или брат живут с родителями? Братишка живет с родителями. Живет с родителями, да. У тебя своя семья? Да, у меня своя семья. Ты живешь отдельно. Хорошо, ну что, поехали, второй подход. Сардор, вот часто бывает, многие делают именно вот это упражнение, и гантели поднимают вот, ну, горизонтально, да, то есть вот. Можно и так понимать, можно так. То есть для тебя принципиально градус не имеет, да, разницы нет. Да, и я хочу напомнить всем ребятам, что если вы будете брать за основу когда-то это упражнение, не забывайте, что Сардор поправил меня, и именно идет вот это вот круговое движение. Да, то есть вы не сразу снизу поднимаете вверх, а вот именно круговое движение. Я уверен, сейчас многие удивляются, почему я такой мокрый. Еще раз повторяю, я ничего такого утром не кушал.
и ничего не пил, и не принимал какие-то запрещенные препараты. Просто у меня такая специфика. С чего начался вообще бодибилдинг? Скажи, пожалуйста, вот ты же не просто вот раз, один день проснулся, хочу бодибилдинг заниматься. Нет, получилось у меня вот так. Когда я занимался брейкдансом, у нас там в Келесе был подвальный зал. Как все начинали с подвального зала. Ну, подвальный зал, вот парень этого зала, который смотрит, он говорит, давай бросай это, занимайся, идем здесь. Да. Я пошел заниматься. Это получается в 2008 году. В 2008 году. Просто занимался для себя. А хотел выступить просто по финансам, конечно, это большие деньги, чтобы выступать. То есть как только ты начал уже заниматься, ты начал понимать, что это большие, огромные, ну, какие-то финансовые вложения. В 2014 году я там хотел, там, потом в 2016 году я начал выступать. Мне помог, конечно, это мой первый тренер, это Антон Перов. Вот он помог, чтобы я стал чемпионом. Да. Ребята, Антон Перов, я просто дам маленькую информацию об этом человеке, может быть, Сардор еще дополнит. Можно сказать, что это один из первых тренеров, который готовил многих спортсменов, действующих спортсменов по бодибилдингу, по фитнесу. Вот. Надо отметить, что у него очень большой вклад. Вот. Он и сейчас готовит своих подопечных. В общем, я не думал, но оказывается, вот Сардор начинал именно с Антоном Перовым. Такой вопрос немножко, назовем это так, во сколько, в каком возрасте у тебя начались приемы витаминов? Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Да, у меня начались приемы витаминов, когда было мне 21-22. 21-22, то есть это сколько лет тому назад? Это получается 13 лет тому назад. Это было как-то самостоятельно или же все-таки Нет, кто-то тебе помог? Самостоятельно. То есть ты сам первый путем пробовал, проб и так далее, ошибок. Ошибок, да. Понятно. Ну, как и у всех бывает, многие, кто начинают принимать какие-то дополнительные витамины, начинают сами. Возможно, потом мы понимаем, что это не совсем правильно, не совсем профессиональный подход. Поэтому лучше всего, конечно, изначально прибегать к помощи специалистов. Тренер, эндокринолог, андролог вам намного правильнее и поставит на этот путь, так скажем. Еще хочу сказать, сейчас, в данное время, мой тренер, уже Бигзор Шкуров, я с ним работаю. Мы сейчас как раз на подготовку. У нас первый старт идет в Бухара, это 14 марта. А потом уже идет у нас, получается, Наманган и Самарканд. Хара-Наваи, то есть. Отлично, да. Отлично. То есть сейчас ты на стадии уже подготовки, скоро выступления, да. Хорошо, скажи про травмы вообще. Были ли у тебя травмы, есть ли они? У меня были травмы в плечах. Ага. А это когда я неправильно поднял, получается, у меня была эта травма где-то год. Это было давно или? Это давно. Давно, да. Это, да. А потом я его как-то излечил. Сейчас у меня нет травм. Да, ребят, я с многими атлетами общаюсь, даже с теми, кто уже очень давно занимаются, 5, 10, 15 лет. И большая часть их травм, она приходится именно на ранней стадии их тренировок, когда они только начинали. Потому что это вот такой вот максимализм юношеский, да, то есть когда ты считаешь, я могу, я смогу поднять, да, это как вес очень не такой уж большой и так далее. Или же многие, кто начинает заниматься, я всегда говорю, что любой новичок должен, должен заниматься с тренером. Вы можете потом отказаться от тренера, вы можете через год-полтора сами самостоятельно заниматься. Но первые шаги нужно всегда делать с тренером. Да, где-то это может быть дорого, это неудобно, но лучше с тренером. Хотя бы полгода, я думаю, Сардор тоже подтвердит. Всегда начинайте с тренером, он намного быстрее вас поставит на правильный путь. Ну, еще один вопрос. Тренажерный зал. Ребят, я хочу сразу сказать к этому вопросу, что вот этот тренажерный зал, в котором мы сейчас находимся, его управляющим, можно сказать, зал, это руководитель этого зала, является сам Сардор. Он здесь и тренирует,
директор. И директором является, да. Я бы хотел, чтобы ты рассказал про этот тренажерный зал, ну и вот ту маленькую историю, смешную, может быть, забавную, которую ты мне рассказывал, да. Когда ты на Юнусабаде тренировался. Да, на Юнусабаде, когда я тренировался, у меня первый зал это в Келесе, а потом я пошел в Юнусабад, это титан-зал, сейчас он закрытый, не работает. Один парень был, приходил, занимался у меня, то есть... То есть это твой ученик был? Это мой ученик, да. Да. Но это знакомый, конечно. Угу. Я с ним в шутку сказал, что для зала уйдет много денег, не могу сумму сказать. Он говорит, все, ладно, и на следующий день его отец звонит. Ну ты, я извиняюсь, что перебью, ты не ожидал, да, что... Да, конечно, не ожидал, потому что он сказал, сколько уйдет, чтобы открыть зал. Я говорю, вот такая сумма. Он говорит, все, ладно, давайте. И на следующий день его отец звонит и говорит, и моему сыну сказал, столько сумму. Я говорю, не, я пошутил, конечно. Я думал, он молодой, он ничего не скажет. Он говорит, давай поговорим. И мы открыли этот зал. Понятно. То есть, в 2017 году, уже 4 года, да. Мы работаем вместе. Да. То есть он поверил в эту идею. Да, в эту идею он поверил. Он профинансировал. Да. Да. А, Сардор, это можно озвучивать, в какой доле вы находитесь, то есть, если это не секрет? Это как? Получается 40 на 60. 40 на 60, 60, то есть... Его. Да, 40%. Инвестора, да, то есть человек, который купил это все оборудование, поставил и 40 этот. Но я хочу заметить, что зал уже 4 года, да? 4 года. 4 года, и я считаю, что 4 года взаимоотношения между инвестором и, так скажем, Сардором, пусть даже это на таком вот небольшом зале, не очень дорогом, но это уже устойчивость, это огромное доверие между ними, да. И огромная работа, поэтому я желаю в этом направлении вам только успехов. И я считаю, что каждый человек, независимо от того, кто он по профессии, бодибилдер, там, юрист, адвокат, кто бы он там ни был, в своей жизни чего-то боится. Чего ты боишься? Вот Сардор Юлдашев чего боится? Так, я боюсь, конечно, потерять своих близких. Всегда боялся. И я боюсь, про меня, если что-то скажет плохое. То есть ты понимаешь, что рано или поздно, ну, в первую очередь, скорее всего, конечно, один бог знает, кто вперед, да. Кто раньше, кто позже, но я правильно понимаю, что ты боишься со своих родителей, да? Что наступит тот день, когда тебе придется услышать эту новость. Да. Относительно того, что ты очень дорожишь за свою репутацию. Да, очень я дорожу за свою репутацию, потому что если про меня что-то скажет плохое, если это неправда, я... Иду, доказываю, что это неправда, потому что это не так. За это я всегда боюсь. Понятно. Ну, ребят, я думаю, что здесь комментарии излишние. Это говорит о качестве самого человека, какой он сам есть. А, Сардор, какой у тебя сейчас вес? Сейчас у меня 79 сегодня утром. 79 – это 72. За 50 дней, правильно я понимаю, первого соревнования? 79. Угу. 79 килограмм. Насколько тебе еще нужно будет? Это, я правильно понимаю, еще 4 килограмма нужно убирать? 4-5 килограмм. Угу. А рост у тебя? 1,62 метра. 1,62 метра. Отлично. Ну, неплохо. Я думаю, что я именно такую систему, скажем так, тренировки плеч возьму себе на вооружение и обязательно... своей тренировке попробую, но уже более качественно, более, да, с нормальными весами, которые я могу. Сейчас мне нужно было просто прочувствовать это, насколько это работает, насколько это дает памп. Вот. Отношения родителей. Мы многие люди, которые занимаются фитнесом, а когда они начинают им заниматься с точки зрения фанатизма, да. По-другому это можно назвать профессионально. Часто бывают родители против. Нет, мои родители. Бывает супруг или супруга против. То есть считают, что ты очень много времени тратишь на это, очень много мыслей, и это отвлекает. Вот. Что об этом твои родители думают? Не, мои родители у меня никогда ничего не запрещали. Ведь я, если просил что-то делать, я буду вот ходить на это. Они всегда говорили, ладно.
То есть ты можешь заниматься своим любимым делом, да, своим хобби, но это не должно касаться, ну, в части бюджета, например, скажем, семейного бюджета, можно правильно? Так сказать. Хорошо. А как супруга относится? Супруга относится. Насколько я знаю, ты женат, и у тебя двое детей, мальчик и девочка. Нет, мальчик. Мальчик, два мальчика, да. Ну, снайпер. Вот. А как жена вообще относится? Жена относится хорошо. Ну, я бы уточнил немножко. Мы все-таки живем в Средней Азии. Жена относится потому, что просто она за мужем? Или же все-таки вы партнеры, вы друзья, ты прислушиваешься к ней? Не, мы, получается, как партнеры. Я спрашиваю, смотри, как у меня идет. Допустим, она смотрит на форму. Где-то, если там говорит, у тебя вот здесь отстает. Вот ноги. Да. Когда она сказала, я сделал себе ноги. Понятно. У меня ноги всегда отставали. То есть она, я правильно понимаю, что за столько уже времени совместной жизни, так скажем, она уже максимально вошла в курс бодибилдинга, как это вообще происходит? 15 лет. Ну, да, ну, я считаю, что Сардору повезло, потому что очень редко бывает, есть очень много спортсменов, которые занимаются по 5, по 10 лет. И бывает в каком-то спорте, но супруга так и не включается в этот процесс, ей это не интересно, она считает, что это вот дело моего мужа и, ну, мое дело на кухне. Вот. Ну, я по себе знаю, что легче, когда супруга, конечно, хотя бы поддерживает, да, и хотя бы в курсе, да. Хорошо. Я думаю, что это очень интересный вопрос, и ответ будет интересен многим нашим, кто будет смотреть на канале это видео, доходы. Понятное дело, что все это хорошо, что мы занимаемся любимым делом, мы занимаемся бодибилдингом, но нужно понимать, что не всегда это приносит, отчасти, большей части это не приносит какие-то большие доходы, а наоборот, идут большие расходы. Да. Ну, доходы в основном сало, конечно, и в основном спортпит. Спортпит, да, да. Мы продаем спортпит, получается, у нас мы сами завозим, продаем, да. Получается, у меня интернет-магазин, оттуда мне забирают некоторые залы. То есть на доставку, да? На это? Доставку, да. У нас вот так получается, оттуда доходы, и остальное, получается, тренерские услуги, онлайн-тренировки. Ну, то есть у тебя доходы идут 40% от абонентского обслуживания. Плюс спортпит, он тоже делится между инвесторами? Это все твое, да? То есть все, что ты продаешь, это прибыль твоя? Да, это все. Понятно. И тренерские услуги? Тренерские услуги, то есть все твое. Да. Ну, это отлично, это хорошо. Мы часто бывает, я не думаю, что нет такого человека, может, есть очень подростки, но вот уже к те, кто уже за 30, за 40, за свою жизнь, сделали что-то, за что им очень стыдно. Вот Сардору Юлдашеву за что в своей жизни, за что вот стыдно было больше всего? Это может быть был поступок, это может быть ты что-то сказал, не сделал, может быть, я не знаю. Было ли такое, что тебе было стыдно? Не имеет значения, это родители, перед родными, перед, может быть, с кем-то. Честно сказать, такого у меня не было. Не было такого чувства, что ты чувствовал, что тебе нужно извиниться перед кем-то, допустим? Нет, не было, потому что я перед тем, что-то делать, всегда я думаю. Всегда думаю. Всегда думаю, иногда, допустим, советую с кем-то, сделать или нет. А потом уже делаю. Хорошо, хорошо. Ну, я думаю, что в начале видео уже было понятно, но все же, кто твой мотиватор? Мой мотиватор Флекс Льюис, конечно. Флекс Льюис, да. Да. Я бы хотел, чтобы ты немножко хотя бы вкратце, ну, что-то дал информацию об этом атлете. Флекс Льюис является семикратным мистером Олимпии в дивизионе 212, 96 килограмм. Он ростом чуть выше меня, получается, 1,68 м. Сейчас он не вступает, уже семикратный мистер Олимпии. Он хотел в открытой категории, но, конечно, у него травма. Всегда он был мотиватором, потому что... Ну, я сам ростом маленький, я смотрю, конечно, на свой уровень. Да, роста. Да. Я да. же не могу смотреть там на Роми Колмана, да. что он высокий. Все равно я таким не буду. За это я всегда смотрел только на Флекс Льюиса. Я правильно понимаю, что... Даже мои произвольные программы вот с него сняты.
Я понял, да. Да, вот это круговое движение. Круговое движение, да, это все его. Его, и да. Музыка его. Угу. Я правильно понимаю, что твое недалекое будущее ты планируешь именно выступать в 212? Да, 212. Да, ну и для наших подписчиков, в какой категории сейчас ты выступать будешь? Сейчас я буду выступать, если я влезу, до 75 килограмм. До 75 килограмм. Если не получится, то тогда до 80. До 80 килограмм. Да. Хорошо. И если можно, тут же уточнение. Вот я уже знаю, что этой весной, весна-лето, будет несколько соревнований. В каких именно соревнованиях ты готовишься? То есть планируешь выступить, по крайней мере? Так, я планирую вот эти три соревнования, которые у нас первый старт. Это Наваи, Наманган и Самарканд. Самарканд. Да, потом у нас получается отдых. Угу. В августе есть, не, я в август пропускаю, угу. И выступаю чемпионат Узбекистана в октябре. Чемпионат в октябре. Хорошо. Представь гипотетически, что вот так получилось бы, что, ну, допустим, в твоей жизни не было бы бодибилдинга. Чем бы ты занимался бы? В каком спорте ты был бы? Или кем бы ты был бы? Вот, до бодибилдинга, если честно сказать, я был автоэлектрик. Автоэлектрик. Автоэлектрик, угу. Да. Я занимался автоэлектрикой и занимался для себя. А потом, когда я начал уже профессионально заниматься. Для себя это имеется в виду, это как хобби было? Или ты... Хобби, да. Угу. Чисто зал проходил и получается, да, для себя. А потом, когда начал выступать в 2016 году, вот, пришлось в 2018 году бросить автоэлектрику. То есть вплоть до 2018 года ты продолжал работать автоэлектриком? Ну, зарабатывать на жизнь, на семью и так далее. Понятно. А, хорошо. Ну, ты так и не ответил, чем бы ты занимался бы? Я бы занимался, если не бодибилдинг, да, автоэлектриком занимался. Дальше так и дальше продолжаю. Так и... То есть сервис автомашин, то есть продолжаю. Да. Ученики, я знаю, что, по крайней мере, этому залу уже 4 года, и наверняка у тебя есть подопечные, которые тоже, возможно, уже, конечно, не любители, но думают о профессиональной карьере, выступать в рамках республики, а может быть и за. Есть ли такие, за которых ты можешь сейчас гордиться, вот, сказать, что да, вот, назвать фамилию, имя, что вот он, ну, скажем, на таком-то уровне я могу сейчас сказать, что вот да, он готов и так далее. Так, честно сказать, у меня пока таких учеников нет, у которых хотят выступать, угу, потому что для них это неинтересно. Угу. Есть ученики, которые, да, сделали форму хорошую, угу, но не выступающие, конечно. Не выступающие. То есть я правильно понимаю, что ты пока их формой недоволен? Ну да. Ты считаешь, что с такой формой выступать, ну, и не нужно? Объемы делать можно всегда. Вот это качество сделать, это трудно. Понятно. Да. То объемы есть, есть, да, допустим. То есть, грубо говоря, в кость залить, да, жир, воду и все, что там, конечно, нужно, можно. Все могут это сделать. А вот уже оставить... Выглядит, допустим, 75 килограмм, угу, и смотреться как 90. Это не может не все. Все, я понял. Хорошо. Я думаю, что это сложный, может быть, и вопрос, но и одновременно интересный вопрос. Я думаю, что каждый из нас должен быть доволен тем временем, в котором мы живем. Но я бы хотел бы... Я уверен, ты знаешь историю хорошо. И в какое время ты бы хотел бы жить? Вот мы очень много наслышаны про Советский Союз, про период басмачества, да, когда не было еще Советского Союза здесь и так далее. Или, может быть, ты в будущем хотел бы жить? Вот в какое время, отрезки времени ты бы хотел? Наверняка у тебя родители рассказывали что-то. Вот. Я бы хотел, конечно, в будущем. В будущем, да. То есть, прошлое уже прошлое. В будущем тебя больше интересует, потому что это будет намного, лучше. Мир технологий, да, и всего. Да, да. Хорошо. Как ты расслабляешься? Понятно, что работа, зал, тренерские услуги и так далее. Но это не может продолжаться каждый вечно. День, вечно и так далее. Необходимо время, в котором ты можешь просто забыться обо всем этом. Я расслабляюсь, получается, своей семьей. Угу. Каждое воскресенье, допустим, дома. То есть сегодня я тебе испортил планы? Нет, сегодня можем вечером сделать. Вечером, да, сделать, хорошо. Ездим куда-то гулять, получается.
дома, делаем хорошее блюдо, кушаем. Угу. Это всегда происходит, да, с семьей или же все-таки с друзьями? Вот. Нет, я с друзьями не тусуюсь, честно сказать. Я всегда был. То есть отдых с друзьями не совсем твое? У меня не было, вот, допустим, в основном, сели в Чаха, ну, там сидеть где-то в дискотеках. Я не любитель этого. Мне нравится с семьей быть, постоянно дома быть, допустим. Я хочу, потому что мне времени не хватает дома быть. За это одно воскресенье я всегда хочу быть дома постоянно. Понятно, все, я понял. Угу. Последний день жизни, как бы ты его провел? Ну, представь, что, конечно, вопрос такой смешной. Никто не знает последний день своей жизни, все от Всевышнего. Но представь, что вот наступил такой день, тебе плохо, или там ты почувствовал что-то. Или, ну, представь, что такое вот у тебя есть знамение, как тебе пришло, что ты вот сегодня последний день твоей жизни. Как ты его проведешь? Что ты сделаешь? Может, что-то ты скажешь? Ну, я сделаю, конечно, хорошие дела, получается. Кому-то помочь. И хотел бы в последний день жизни, чтобы жить в таком месте, чтобы вообще никого не было. То есть ты бы хотел бы, чтобы рядом с тобой никого не было? Да. Нет, своя семья. Семья. Да. И просто так получается, как остров. Остров, чтобы один дом, и все, никого не было. Каждый из нас, мы все так воспитаны, особенно в Средней Азии, что узбеки, таджики, ну, я уверен, и казахи, и киргизы, мы все похожи по традициям, по воспитанию. Мы когда в юношестве уже начинаем думать даже о том, что когда я вырасту, я для своих родителей сделаю вот это, я сделаю вот это, я папе машину куплю, маме там еще что-то, да, и так далее. Я уверен, у тебя в голове такие мысли были. Что ты не сделал и что бы ты хотел бы сделать для своих родителей? В знак благодарности, в знак тому, что ты просто родился у них. Ну, я бы сделал бы, конечно, купил бы дом такой для них, чтобы мать и отец жили только. То есть у тебя вот в голове купить им, я так понимаю, красивый участок какой-то, красивый, большой дом. Хорошо, а дети? У тебя двое сыновей. Да. Ну, по твоему характеру, я так понимаю, ты их воспитываешь очень строго. То есть в наших традиционных, как в традиционной семье, да? То есть не европейская, а именно среднеазиатская, так скажем. Нет, у меня получается, нет, европейские я воспитываю, конечно. Я не держу строго их, если что-то хотят, они разрешают, допустим. Ну, твои дети могут быть тебе как друзья, то есть вот до такого отношения вы можете быть? Нет, или же все-таки есть субординация какая-то? Субординация, конечно, есть. Кем ты их видишь вообще? Вот кем бы ты хотел бы, чтобы они стали? Я бы хотел, с учетом своей жизни, с учетом, как ты прожил. Я бы хотел, чтобы они учились, потому что я не смог поступить в институт. Если это получится, я бы поступил, да, опять посмотрел бы. То есть у тебя это желание до сих пор есть, конечно, получить высшее образование? Высшее образование. И для детей? В этом году посмотрим, если заочно будет, я все равно постараюсь. И для детей ты считаешь, что необходимо, конечно, обязательно это, получение высшее образование? Потому что у меня такие возможности были, сколько вот работы предлагали, надо было высшее образование. Все равно надо было высшее образование. Просто даже получить тренерскую лицензию, нужен диплом. Я понял, да. Три вещи, которые тебе неприятны в человеке. Три вещи, которые неприятны, когда человек не безответственный, когда он обманывает и когда он не держит слово. Вот эти три, если он сделает, все, я с этим человеком вообще не разговариваю. То есть никаких отношений? Никаких отношений. Хорошо. Сардор Юлдашев, он дипломат или он решала все-таки? Я хочу пояснить, то есть решала я, ну, так вопрос поставил. Я имею в виду вспыльчивый человек, который может решать какие-то проблемы не путем переговоров, а именно путем кулаков, ног, дубинок и тому подобное. Иногда бывает такое. Решение. Иногда бывает такое. Конечно. Да. Ну, я стараюсь, конечно, дипломатически все Если человек не понимает, то... Часто бывает, бытует такое мнение, что когда в молодости мы более вспыльчивые, и когда с возрастом мы становимся все тяжелее,
И там, где нужно, может быть, действительно кому-то дать по мозгам, мы все-таки пытаемся путем переговоров, уговариваний и так далее, его все-таки изменить его мнение. Да. У тебя так же произошло? Да, у тебя так же происходит? После вот, как я женился, уже более-менее я стал, получается, дипломатом. Угу. Но, конечно, если это касается моей семьи, то уже дипломат там не решается. То есть ты всегда готов пустить в ход? Да, свою семью, да. Понятно. Если мне это касается, да, я решаю дипломатически. Угу. Если на, моей семьи касается, то, получается, да. Я уже решаю. Если не Узбекистан, представь, что если бы, ну, так получилось, что тебе пришлось бы уехать отсюда, ну, какие-то там, я не знаю, такая ситуация, в какой стране ты бы хотел бы жить? Ну, соответственно, со своей семьей, потому что ты же не можешь их бросить. Поехать в Новую Зеландию. Новую Зеландию. Да. То есть ты где-то уже изучал, да, изучал природу? Да, посмотрел там. Тебе нравится? Там мирно, тихо, вот это мне нравится. Да. Так, как долго думаешь быть в бодибилдинге? Я имею в виду именно в соревновательном. Понятно, что заниматься бодибилдингом ты можешь, если у тебя позволит здоровье, всю жизнь. Всю жизнь. Да. А вот именно выступать, выступать готовиться. Еще я хочу где-то 6 лет еще выступать. 6 лет, это тебе сколько будет? Мне будет 40. Тебе будет 40. Да. Я хочу получить прокарту именно. Угу. И выступить на такое соревнование Арнольд Классик. На Арнольд Классик. Да, да. Угу. Так, отношение к тату. Нет, тату у меня плохое, честно сказать. Плохое, отрицательное. Отрицательное. То есть ты считаешь, что независимо от рисунка и так далее, не имеет значения, да? Не имеет значения. Ты бы никогда себе не сделал? Никогда. Понятно. А если в будущем решат твои дети, то есть сыновья? Нет, я дети не разрешаю. То есть ты против будешь? Конечно. Понятно. Хорошо, вкратце, план на 2021 год. Давай мы разделим план на 2021 в плане бодибилдинга и в плане, например, семьи, да, то есть в плане личной жизни своей. Сперва в плане бодибилдинга я хочу стать хотя бы абсолютным чемпионом с какой-то области. Угу. Вот это моя первая. То есть я правильно понимаю, что не абсолютным чемпионом Узбекистана, а абсолютным чемпионом какой-то области. Какой-то области. Разницы нет. И 2021 год я хочу купить себе квартиру. Квартиру? Да. Я извиняюсь, конечно, за вопрос. Я правильно понимаю, что ты сейчас, у тебя сейчас нет своей квартиры, да, ты живешь. То есть ты, ну, как я старший сын ушел, да, от родительского дома, ты снимаешь. И это. Хорошо. Три совета для наших подписчиков, для тех, кто смотрит наш три канал. Совета. Я один совет дам. Хорошо. Такой совет. Ставьте цель и идти надо к нему, хоть что бы ни было. Потому что, когда я ставил цель к себе, все смеялись надо мной. Говорили, это невозможно, это большие деньги, что у меня не получится. Даже которые со мной тренировались, пацаны, говорили это. Если человек ставит себе цель, это можно добиться, оказывается. Ребят, цель. То есть самое важное не именно исполнение, не именно того, что вы дойдете до этой цели или нет. Самое главное, чтобы у вас в голове, в сердце, в душе всегда была цель. То есть вы должны знать, чего вы хотите. И уже дальше. Дойдете вы до него, не дойдете, это уже другой вопрос. Но самое главное, что вы знаете, чего я хочу. Это такая ситуация, когда часто бывает, например, у ребенка спрашиваешь, вот это, что ты будешь кушать? И он говорит, я не знаю, да, то есть так далее. Но мы не дети, мы уже взрослые люди. И самое главное, вы должны понимать, чего вы хотите. Осталось пару вопросов буквально. Я думаю, что в твоей жизни много задают тебе вопросов, даже в течение, ну, в твоем зале и так далее. Ну, возможно, какой-то вопрос ты бы хотел бы услышать, чтобы у тебя это спросили, но тебе этого не задавали. Ну, в частности, я, например. Про что ты хотел бы, сам бы хотел бы, чтобы тебе задали вопрос? Мне. Да. Какой вопрос ты бы хотел бы, чтобы я тебе задал, грубо говоря, чтобы ты на него ответил? Ты бы хотел на него ответить? Так, даже не знаю, какой вопрос. Поставил в тупик человека. Да. Вопрос. Про что бы ты хотел сам рассказать? Про я то, что хотел, мы я не... Я хотел рассказать, как я добился, что
Хорошо, мы дадим Сардору такую возможность, буквально вкратце, да. Эфир у нас небольшой, вкратце, это важно для Сардора в частности, потому что на этом строится его успех жизни, его самоудовлетворенность, самое главное, я так понимаю, и поэтому он хочет это донести до многих, что если у меня получилось, правильно, Сардор, и у вас получится, парнишка не очень богатой семьи, среднестатистической узбекской семьи, с области, пусть не самой далекой, с Келеса, для его годов, для его времени, да, то есть без поддержки, без каких-то финансовых вливаний со стороны родителей, дядь, теть там каких-то, добился, я считаю, что достаточного. Он не стал тем, кто ходит с бутылкой пива там, или, я не знаю, играет где-то в бильярд, или где-то в подвалах какие-то игры сутками. Я бы хотел тоже услышать вкратце, что, как ты добился. Я добился только своим трудом. Получается, я трудился, я работал. Работал очень много. Хоть сколько зарабатывал, это я вкладывал себе. Ну, конечно, в пределах остальной семье, конечно. И я хочу сказать всем, то, что я добился, может добиться любой человек. Угу. И только надо трудиться этому. Сейчас молодежь хотят все сразу. Все сразу не получается. Да. Все сразу никогда не будет. Да. Надо идти, это годами надо. Честно сказать, общую вещь я считать, я всего добился за 20 лет. Вот столько я ждал. Получается. Через 15 лет я сделал, получается, форму и начал выступать. Да. Ребят, я хочу добавить еще к сказанному Сардору, что в прошлом году, летом, когда началась эта пандемия, коронавирус, мы как-то списались с Сардором, и я у него спросил, что он вообще сейчас занимает, чем он занят, у него зал закрыт, получается. И он мне сказал, я таксую. То есть для него это было настолько просто, настолько он это принял, вот и все. То есть он не стал говорить, что ну, зал мой закрыт, я тоже дома посижу и так далее. То есть его мера ответственности перед его семьей, перед его родителями очень высокая. Я за что его уважаю. Дело не в том, что я сейчас пытаюсь его хвалить, но это действительно правда. И затем я помню, что ты еще устроился куда-то в общепит поваром. Да, поваром он не, готовил. Это не общепит, это правильное питание, конечно. Правильное питание, да. Я там работаю поваром. Насколько я знаю, тебе приходилось очень рано утром туда. Да, нет, мы работали, получается, на ночной смене. Мы ездили в 7 часов, меня забирали, до утра мы там работали. Получается. А потом, когда уже разрешили ездить на машинах, да. Я сделал себе лицензию, получается. Пока еще залы закрыты были, я думал, вообще не откроют их. И пришлось опять таксовать. Другого варианта не было. Доставка. Я устроился туда же с доставкой. Ну, получается, 4 месяца я работал. Ну, нормально было. Отлично. Последний вопрос. Мечта жизни. У тебя есть мечта какая-то, но ты не веришь в ее осуществление. Мы все реалисты, мы все понимаем, что можно мечтать о многом. Полет на Марс, стать президентом, купить яхту. Ну вот, например, есть такие вещи, в которые я понимаю, что есть какой-то остался отрезок жизни, ну, при котором ну, вряд ли я смогу это осуществить. Есть у тебя такая мечта, но ты не совсем веришь что, то, что ты можешь это сделать. Да, мечта. Что-то... Купить себя, наверное, спорткар, наверное, не смогу. Спорткар. Да. То есть ты бы хотел бы, хотел ты мечтаешь бы, об этом, но ты понимаешь, что это вряд ли... Да, это невозможно. Ну, скорее всего, ты еще и не купишь, потому что у тебя есть другие приоритетные конечно. Направления, куда нужно будет вложить деньги. Хорошо, мы в моем сторисе и у Сардора тоже, он продублировал мой сторис, мы объявляли приз за лучший вопрос, который Сардор выберет. Он выбрал этот вопрос, и вопрос от... Я думаю, что Сардор лучше прочитает его и сам же ответит. Вопрос на узбекском языке, но Сардор ответит на русском языке, да. Так, от кого тоже, конечно, я бы хотел. Это Холматов, это на
наш. Ты знаешь его? Конечно, знаю. Это наш судья, получается, причастников судья угу. Чесновской области. Так, он говорит вопрос, кто мой соперник и в Узбекистане топ-5 бодибилдеров. В твоей категории он имеет в виду? В моей категории да? Или вообще. Угу. Так, мой соперник, получается, это Санжан Бахтиёр Мамаджанов. Так. Потому что я ему проигрывал все 5 соревнований. Хочу его выиграть обязательно. Угу. И топ-5 наших бодибилдеров, я хочу сказать, своего тренера. Ну, давай мы сделаем так. Топ-5, я считаю, что один из них это ты. И получается еще 4 человека, которые... Нет, топ-5, наверное, я не вхожу. То есть ты себя в топ-5 не видишь? Нет, я в топ-5 не вижу. Потому да, что, то есть... чтобы топ-5 заходить, надо стать абсолютным чемпионом. Понятно. То есть это... Но это и скромность твоя, я правильно понимаю? Да, то есть ты считаешь... Да, я еще не захожу. Да, ребят, хочу сказать. Так, это мой первый, получается, мой тренер Бекзот Шукуров. Бекзот Шукуров. Это чемпион мистер Вселенной. Получается, чемпион Европы. Абсолютный чемпион. Чемпион своей весовой категории. Да. В Германии он первое место занял до 75 килограммов. А потом в топ-5 входит это Бахтиёр Мамаджанов. Бахтиёр Мамаджанов, которому Сардор проиграл 5 раз. 5 раз. Пятикратный чемпион Центральной Азии. Центральная Азия. Да. Это... Еще третий получается Бахас Сайфулаев. Аж. Бахшула Сайфулаев. Бахшула Сайфулаев, да. Это получается 3, да? Еще. То в 5 входит Сергей Фомин. Сергей Фомин. Потому что сейчас он не будет выступать, у него сейчас травма получается. Я, к сожалению, его не знаю в плане, ну, я думаю, что мне интересно было. Да. Так, из сильных атлетов еще это тоже с нами. Тренируется, это Умар с Кашкадарьи, угу. Умар, фамилия сейчас Ходжанов, наверное, да, он угу. абсолютный чемпион, получается, Самаркандской области и абсолютный чемпион Кубок Ташкент, угу. до 80 килограмм. До 80 килограмм. Они самые топ-5 сейчас в данное время. Понятно. Ну что ж, ребят, дорогие друзья, те, кто смотрит этот YouTube, вот такое вот видео, это первое видео на моем канале, но не первое видео будет у Сардора Юлдашева. Такого формата его видео, конечно, у него будет первое. Я надеюсь, что вам было интересно, вы получили хоть какое-то представление о Сардоре. Я думаю, что я постарался подобрать вопросы разносторонние, интересные. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал Сардора Юлдашева, на мой канал. Пишите комментарии обязательно, не имеет значения. Может, что-то вам не понравилось, может, что-то мы не раскрыли. Критика... Как говорится, приветствуется. Я всегда рад увидеть, изменить что-то. Но если вам понравилось, тоже пишите, что такой формат вам понравился. Вот. Спасибо большое Сардору. Спасибо вам тоже. Я думаю, что мы еще будем сотрудничать с тобой. Вот. Тебе я желаю огромных успехов. Спасибо. Вот. Держу петлячок, микрофон, поэтому не удивляйтесь. Все максимально прозрачно, открыто, честно, как у нас узбеков говорят, самими. Да. Вот, поэтому без никаких, как говорится, каких-то дополнительных прибамбасов. Вот. Всем удачи, смотрите наше видео и всем успехов в этом 2021 году.